Всем привет, доброе утречко. А мы всем семейством едем на работу. Ты рад и счастлив? Ой, так тяжело после таких длиннющих выходных опять привыкнуть вот к этому режиму, вставать. Во сколько там мы встаем? 8:06. Вообще, по идее, самый максимум, во сколько мы должны встать, это 7:30. Вот, чтобы нормально собраться, чтобы нормально, более или менее нормально приехать. Лучше, конечно, раньше. Но сейчас 7:30 нам только снится. Точнее, 7:30 нам что-то снится еще. Не, ну сегодня без 15, это просто нельзя. Всем привет, мои дорогие зрители. У нас тут дует ветер. Я надеюсь, меня нормально слышно. В общем, я иду сейчас с работы. У нас наконец-то закончились эти просто бесконечные выходные. Вот реально весь сентябрь мы практически не работали. 2 раза в неделю где-то работали, 2-3 раза в неделю. Все остальное были выходные, это просто капец. Я уже устала отдыхать. И ужасно рада наконец-то выйти на работу уже в нормальном режиме. А не так, знаете, 4 дня отдыхаешь или 5 дней отдыхаешь, потом на 2 дня выходишь на работу. Это ужасно. Вот, полностью отвыкаешь за это время от рабочего режима, естественно, сдвигаются все часы, вот. В общем, все это дело тяжело, и я очень рада, что наконец-то мы вернулись в нормальный режим. Я сейчас иду домой, но перед тем, как я дойду до дома, у меня будет еще одна остановочка. Мне надо сходить к врачу, которому я записывалась 2 недели назад, чтобы он мне подписал вот этот вот TOEFL Yarok, зеленую бумажку, которая нужна для получения водительских прав. Вот, он должен подписать, что я здорова, что я могу вести машину и так далее. Вот, ну и потом домой. У нас, кстати, сегодня был такой жесткий косяк. Мы встали, как обычно, собрались. Мы с Андреем и с Яном выезжаем всегда вместе. Вот, Андрей завозит сначала Яна, потом меня завозит и едет на работу. Все по дороге. И, в общем, мы приезжаем в садик, а садик закрыт. В общем, садик решил взять еще один выходной. Видимо, вот этих вот длиннющих бесконечных выходных им было недостаточно, и они решили взять еще один выходной. Как выяснилось, не только наш садик, а вообще все садики в Израиле такие. Поэтому, короче, пришлось Андрею брать с собой Яна на работу. Они там были где-то до 12. Андрей занимал Яна как мог, мультиками, не мультиками, телефоном. Вот с 12 не поехали домой, поэтому я сейчас иду сама, а не еду с Андреем. Сижу в поликлинике, жду своей очереди. Один человек всего лишь передо мной, так что класс. Обычно приходится ждать долго. Сегодня всего лишь один человек. Ну все, мне подписали мою зеленую бумажечку. Вот тут она у меня в сумочке лежит заветная. Осталось мне только сдать теорию, но я думаю, что я ее сдам либо в конце этой недели, либо на следующей неделе, потому что, в принципе, я уже готова. Готова попробовать это сделать. Вот. И потом останется самое сложное. Это практика и экзамен. Вот. Бегу сейчас домой, потому что я должна отпустить Андрея, чтобы он поехал на учебу, но по дороге еще заскочу в зоомагазин, потому что у наших кроликов закончилась еда. Ну все, взяла, значит, я им 2 упаковки сена и 1 упаковку сухого корма. Вот, но я думаю, что им хватит, это максимум недельки на 2. Представляете, сейчас вышла с виски гулять. Ну, вышла в футболке и в шортах, и мне холодно. Наконец-то чувствуется, что наступает осень. И это кайф. Виски тянет, хочет в туалет. Блин, тут очень темно, просто стемнело уже сейчас. Где-то 10 вечера. Вот, поэтому, да, темно у нас уже и холодно. Прям прохладненько так. Вот, я в футболке, если видно, и в шортах. В общем, в пижаме я. Так, виски свои делишки грязные делает, так что я сейчас за ним уберу. Ну и буду с вами прощаться на сегодня. Всем пока-пока!